чоловіча краса? Яка вона? Сьогодні ми дізнаємось, як доглядають за шкірою свого обличчя чоловіки. Як ви доглядаєте за своїм обличчям? Ніяк. Може, які косметичні засоби використовуєте? Ні, тільки мось по утрам і все. Більше що не треба. Якщо молодий чоловік вважає, що звичайного умивання достатньо, то цей дідусь має хоча й небагато засобів, але свою суто чоловічу косметику. Ні, я вбираюся, одеколон і все. А які косметичні засоби використовуєте? Ніякі, одеколон і бройс, все. І я крем. Все. А колись відвідували косметолога? Ну, мені нікуди. Мені вже 80. Які косметологи? А ось цей чоловік не використовує косметичні засоби. І в нього на це є свої причини. Може, використовуєте які косметичні засоби? Ні, я від природи красивий. Краса красою, але ось цей чолов'яга за шкірою свого обличчя доглядає ретельно. Я її мою, умиваю по утрам і вечорам. Іноді бріюсь. Ну, в принципі, все так от. А може, які косметичні засоби використовуєте? Да, після бриття средства. І гель для бриття також використовую. Ось такі косметичні средства. Це вся ваша косметика, яка є вдома? Мило. Хозяйственное есть еще. Ну, в принципе, все, да. А косметолога колись відвідували? К счастью, нет. Наверное, для моего счастья еще нет. Не бывал. Как-то все так проходит само собой. Ненужная шкура отпадает, нужная вырастает заново, новая, чистенькая. Так что как-то, ну, природа позаботилась, я думаю, об этом всем. Можливо, природа і попіклувалась. Та наступний співрозмовник сам дбає про свій зовнішній вигляд та в прямому значенні доводить його до блиску. Непосредственно лезвием, в основному тільки лезвием, я повністю все вибриваю, оставляю тільки от знизу цю бородку. Цей молодий хлопчина виклав мені цілий список своїх процедур для обличчя і навіть дав поради мені. Умиваюсь, чищу зуби, там, смотрю, щоб прищиків ніяких не було. Ну, а от якщо прищики, то що робите? Нічого. Жду, поки місць пройде, то і все. Використовуєте ніякі, так, косметичні засоби? Ні. Шампунь, разу що мило, там, всякі гелі, то і все. А може, що порадите? От мені, наприклад. Порадувати? Остається також красиво. Тож можемо зробити висновок, що більшість опитуваних чоловіків особливих косметичних засобів по догляду за обличчям не використовують. І більше того, вважають їх дівчачими забавками. Я не пользуюся, як там дівчата, там, наприклад, масками, там, і, як ви кажете, там, скрабами, нічим таким, нічого такого не використовую. А в нашій студії косметолог Тетяна Михайленко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Віктор. Ну що ж, починаємо болезненную тему для многих мужчин, потому что, как бы там ни было, чаще всего за своим телом, за лицом ухаживают женщины. Да. У мужчин как-то времени нет, да и как-то социальное давление есть. Есть, мы об этом обязательно поговорим. Но вот по поводу особенностей, давайте начнем, наверное, с особенностей кожи мужской, чем она отличается от женской и, соответственно, какой особенный уход нужен. Таковая особенность базируется на главном, скажем, физиологическом таком нюансе, аспекте. Кожа – это гормонозависимый орган, и мужская кожа тем отличается, что она больше склонна к высыпаниям, к воспалительным процессам из-за более активной работы сальных и потовых желез кожи. Она, плюс ее в том, что она менее чувствительна к воздействиям внешней среды, к факторам. А минус в том, что все-таки вот эти воспалительные процессы провоцируют высыпание, и, соответственно, в уходе нужно базироваться именно на этот физиологический момент. Это главное отличие. Ну, плюс в том, что она не требует такого обширного диапазона, такого ухода, как нежная, чувствительная женская кожа. Но, тем не менее, ставим акцент на том, делаем, что она требует ухода уже исходя из этих всех моментов вышеупомянутых. А я смотрю также сейчас в социальных сетях, уже мужчины подключаются к нам, пишут к вам вопрос по поводу ухода для лица, что можно было бы им посоветовать. Вот пишет Сергей Накидень, у меня очень часто высыпание на коже лица, что делать?
хотелось бы Сергею, не только Сергею, сказать, что есть линейка, вот те must-have такие средства по уходу. Условно разделим, все быстро рассказать невозможно. Мужчин на категорию до 30 лет и после 30 лет. Вот так до... мужчины нас легко поделили просто. До 30 и после. Больше нас не существует. Сжатые временные рамки сюжета. До 30 лет я бы хотела сказать, что в первую очередь необходим тоник и гель для умывания, то бишь умывалка. Если кожа проблемная, то, соответственно, нужно средства, которые содержат лекарственные препараты, лекарственные средства, средства антибактериального, противовоспалительного действия. То есть на полке у нас должна быть, кроме куска мыла, пенки для умывания, как это часто бывает, гель для умывания и тоник. Пользуемся мы дважды в день. Утром мы умылись после ночи, ну и, соответственно, уже за час-два до сна. Гель для умывания и тоник. Мало кто заморочен, конечно, покупкой крема для лица, это печально. Но после 30 лет у мужчины снижается активность сальных желез. И он вспоминает поэтому, о том, что это да, есть. Кожа становится более чувствительной, сухой. Поэтому ничего постыдного не будет в том, что мужчина купит крем для лица. И особенно ухаживающие за собой мужчины покупают крем под глаза для орбитальной зоны. Итак, 4 средства мы запомнили. Гель для умывания, тоник. После 30 нам обязательно нужен уже крем для всего лица и гель или крем для орбитальной зоны. Вот must have. Это очень сжато, ну, конечно, детально, может, мы как-то с вами еще пообщаемся. Я думаю, что мы сделаем целую серию таких встреч в эфире. Обязательно. Кратко рассказать невозможно. По поводу косметологических услуг. Вы предоставляете их чаще всего, я понимаю, женщинам. Но да. Вот насколько популярно это среди мужчин и какая процедура самая популярная? Самая популярная базовая процедура, с нее и нужно начинать, это правильно, это чистка для лица, гигиеническая. Чаще всего мужчин ко мне, ну, нельзя так сказать, пригоняют, да, волшебный пендель приводят, да, насильственным образом, вторые половинки, и мамы, и сестры. Ёрзают нервно на кушетке, но чистят лицо. Это уже когда, в том случае их приводят, когда, знаете, держаться больше нету сил. Но это самая частая распространенная процедура. А приятная для мужчин процедура. Даже те, кто так попробовал, это другая процедура. Это массаж для лица, волосистой части головы. Попробовал мужчины, потом не могут уже от этого отказаться, потому что, наверное, в современном мире нам не хватает вот тех приятных тактильных ощущений. И, ну, надо сказать, что тенденция со знаком плюс, все больше и больше мужчин, особенно новое поколение, молодые вот парни, ничего зазорного и постыдного не видят в походах к косметологу. Это крайне радует. По поводу того, что не настолько популярно, мы уже разбирались с этим вопросом, да, в начале, что все-таки давит социальный какой-то барьер и, соответственно, мнение общества. Да. Но вот как быть, я так понимаю, что можно прийти втихаря и консультацию. Можно ли получить, есть ли какие-то особенности в подборе вот этих косметологических средств, о которых мы говорили, не только кроме маски? Да, вы понимаете, каждый мужчина, это понятно, как и женщина, индивидуальность. У каждого свои специфики, свой типаж кожи. И за консультацией к косметологу просто необходимо обратиться. И каждому будет предоставлена эта консультация с последующим подбором линейки по домашнему уходу. Конечно же, общество давит на мужчин. Мы живем, особенно мужчины, никого не хочу обидеть, рожденные в СССР еще, живут какими-то такими социальными стереотипами, шаблонами, когда поход к косметологу в какой-то степени умаляет мужественность мужчины. И, скажем так, извините, пардон за сленг, братве об этом не расскажешь. То есть я сходил к косметологу, что-то со мной не так, и, возможно, какая-то нетрадиционная сексуальная ориентация уже там подозревает мужчину. Мужчина, да. Я призываю мужчин как-то оценивать себя и женщин, их все-таки по мужским поступкам, а не по ходу или не по ходу к косметологу. То есть нужно развенчать этот миф. Во всех уже цивилизованных иных там, европейских странах поход к косметологу считается нормальной процедурой для мужчин, потому как что... Как часто вообще вот для обычной среднестатистической кожи, там, не жирной, не сухой, как часто приходить к косметологу? Если это все-таки речь идет о мужской коже, хотя бы
3-4 раза в год нужно сходить на банальную чистку лица. То есть, по сути, не раз каждый там 10 сезон. Лет. Каждый сезон, угу. Желательно. Но опять же, это индивидуально. Но у мужчины, так как кожа более повышенная липидность, то, конечно, чистка лица мужчинам показана более, чем женщинам. Угу. Также, по большому счету, уход за мужской и женской кожей, кроме как, если мы, допустим, популярны пилинги также у мужчин, которые в сезон угу. делаются, то там разный срок экспозиции, вот выдержки угу. этого пилинга у мужчин и женщин, разная степень концентрации того или иного препарата. Но, опять же, по большому счету, разительно не отличается уход угу. мужчины и женщины. Я призываю мужчин посещать косметолога. Вот так, сегодня у нас такие прям эфир не только юмора, но еще и призывов. Так что, дорогие мужчины, не стесняемся, идем бурной толпой с братвою в стоматологические все парни. Вот так. Ну что, спасибо вам большое за такой небольшой экскурс в это дело. Будем каждые несколько недель проводить встречи в эфире. Мы вас ждем. Вас, дорогие друзья, есть возможность писать в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Нам вопросы, которые будут темой для следующего разговора.